Боец синего блу, Fight Out of the Blue Corner. Ему 36 лет. Его рост 162 сантиметра, а вес 61,5 килограмм. Профессиональный рекорд 17 побед, 9 поражений. Ladies and gentlemen, he 36 years old. He stands 162 centimeters tall, weighing at 61.5 kilograms. His professional record 17 victories and 9 defeats. Representing Coelho Amazonas, Brazil, here is Francisco de Assis. Maciel da Silva! Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner! Ему 30 лет. Рост 170 сантиметров, вес 61,95 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед при 4 поражениях. Ladies and gentlemen, he 30 years old. He stands 170 centimeters tall, weighing at 61.95 kilograms. His professional record, 16 victories and 4 losses. Он из Иваново, Россия. Приветствуйте его! Айк Арм Казарджан! Рефери Виктор Корнеев. Стоим в углу, сейчас стоим в углу. Легчайшая весовая категория. Айк Казарян против Франциско Мачеля. Статистика на ваших экранах в красном углу. Айк Казарян в синем, соответственно, Франциско. И начинается встреча. Виктор Корнеев дал отмашку. Широко расставляется Казарян в самом начале этого поединка. Да, Франциско — это такой настоящий сбитый калач, который прошел и через огонь, и через воду, и через менные трубы в том числе. Да, оппоненты у него были самого высокого уровня. Кого-то он побеждал, кому-то, естественно, он уступал. Но никогда не бился ниже определенного довольно высокого уровня. Да, поэтому Казаряна, для Казаряна сейчас очень непростая задача, на самом деле. У нас сегодня много левшей на турнире. Сейчас правосторонняя стойка как раз у Мчели. Но он и готов, в общем-то, сразу же меняться. Ух ты, опасно как было. В размен пошли и тот, и другой. Пытается до корпуса дотянуться Франциско. Да, бразилец очень опасен. И правый оверхенд у него есть в арсенале. И, в принципе, он, как правило, работает от соперника. Нельзя сказать, что Франциско – это такой настоящий мастер игры по-своему. Он умеет раскладывать силы на всю дистанцию. При необходимости может немного подсушить в борьбе, в клинче, у сетки в том числе. Мания пальца. Жестко. Очень опасно бьет с левой ноги Франциско. И сайдкик у него крепко получается. Выходит из-под давления Казарян, пытается уже сам навязывать свои атаки, идет вперед, пропускает вот этот вот лук-кик. Еще одна порция финтов. И вот такой фронт-кик. Да, дотронулся ногой до головы. Казарян сопернику хорошо переднюю руку отрабатывает. Полетел вперед Франциско. Но фронт-кик все-таки был не сильный. Но пощекотал нервы. Однозначно. Раздергивает Казарян. Сейчас только, наверное, покопался немножко. Стоит перед оппонентом. И также наверняка вы обратили внимание на то, что много боев доходит у нас сегодня до решения. И опять же, прям полностью односторонних боев нет. Нет, очень живые победы. Напряженные битвы у нас получается в целом, да, совершенно верно. Два и два сейчас Казарян очень плотно не попал. А вот здесь точно, и вертушка не состоялась, но не успел получить выгоду из этого эпизода Франциско, но правой рукой немножко достал на отходе. И вновь назад. Неплохо. Поймал на движение. Мочит оппонента. Вот по такому поединку, конечно, нужно считать прям абсолютно все. Вновь передней рукой. Вскользь зацепил Казарян.
Из глухой защиты работает Франциско, таким образом обеспечивает запасы своей голове, а вот и попытка перевода. Первая от бразильца, и тейкдаун у него получается. Удастся ли зацепиться за эту борьбу Челю? Да, подгребает, подгребает под себя так побольше своего оппонента. Пытался, кстати, сразу отключить ноги. У него это не получилось. Ну, справился только с одной. Да, пока диагонально располагается. И что здесь? Очень высоко работает Мачиэль. Рисковал. И здесь может перехватить инициативу. Ай, Казарян. Колено по корпусу. Неплохо. Не закончен еще эпизод все-таки с борьбой, потому что заведены обе руки за бедра. А Франциско делает ставку на борьбу ближе к концовке первого раунда. Интересно, продолжит ли он к этому стремиться во втором. Цепляется так за связку вот под, подколенную Франциско, и колено получает сам в корпус. Разрыв дистанции. Подключился здесь. Ай, Казарян. Ух ты! Здорово, можно добивать. Полное включение. Шикарно. Браво, Ай, Казарян. Браво. По корпусу. Просто здорово. Просто здорово. Такая важная победа для него в эмоциональном плане, я думаю. Остро необходимая. Смотрите, что здесь. Для тех, кто вдруг упустил. По корпусу, несколько раз по голове, вновь по корпусу, вновь по корпусу. И уже там дальше чисто технически. Добил и поставил точку. Ну что ж, это был заключительный бой андеркарда турнира ACA 170. Впереди самое интересное. Видите, празднует на сетке Ай Казарян. Передает привет всем, кто пришел за него поболеть. Тут и тренер по боксу, и главный тренер Армен Гулян. И брат родной. Видите, как похожи между собой эти парни. Да, необходимо еще время для восстановления. Франциско, он сидит непосредственно напротив нашей комментаторской позиции. И видно, что нелегко ему. Как же удивительно развиваются события у нас в поединках. Ничего не предвещало именно подобного завершения. Дамы и господа, рефери поединка Виктор Корнеев остановил бой через 4 минуты и 41 секунду первого раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge Виктор Корнеев stops this contest at 4 minutes and 41 seconds of the very first round. Техническим нокаутом победу одержал and your winner by technical knockout, Айк Казарян! Браво, браво, Айк! Великолепная победа, досрочная на этот раз. Успехов ему и, конечно же, здоровья его оппоненту.